Добро пожаловать на кафедру знаний. Исчезновение какой-либо вещи является ситуацией неприятной. Но когда пропадают самолеты, это уже трагедия. Человечеству известно несколько историй загадочных исчезновений, но исчезновение этих 5 рейсов никто не сможет объяснить и по сей день. Не было найдено ни обломков, ни вещей пассажиров и экипажа. Они словно растворились в пространстве. И обязательно досмотрите видео до конца, так как в конце вас ожидает традиционный вопрос от кафедры знаний. 5 необъяснимых исчезновений самолетов. Фокер F-27, рейс 404. 25 августа 1989 года в 7:36 самолет Фокер F-27, выполнявший внутренний регулярный пассажирский рейс авиакомпании ПАИ, вылетел из северного города Гилгит, Пакистан, в столицу страны Исламабад. Один из пилотов самолета совершил обычный радиообмен в 8:50. Это была последняя связь с самолетом. Самолет, как полагают, разбился в Гималаях, но обломков так и не нашли. На борту находилось 54 человека. Боинг 707, рейс 967. 30 января 1979 года самолету предстояло перевезти необычный груз – 153 картины известного художника Монабу Мабе стоимостью 1 миллион 240 тысяч долларов. Также в самолет был загружен промышленный груз, из-за чего взлетная масса оказалась близка к максимальной – 151 тонна. В 20 часов 23 минуты авиалайнер вылетел из токийского аэропорта Нарита, а через 22 минуты в 20:45 командир доложил, что полет проходит в нормальном режиме. Однако в назначенное время экипаж на связь уже не вышел и на многократные вызовы диспетчера не отвечал. В процессе поисковых работ никаких следов авиалайнера не было обнаружено. Не было найдено даже масляных пятен от топлива или каких-нибудь обломков. Самолет просто исчез. Lockheed L-1049H. 16 марта 1962 года посреди Тихого океана самолет Lockheed американской авиакомпании Flying Tiger Line со 107 людьми на борту выполнял перелет с Марианских на Филиппинские острова. Во время полета вдруг в эфире раздались статические помехи, как будто кто-то пытался выйти на связь, но диспетчер не смог ничего разобрать, и спустя 2,5 часа после вылета связь с самолетом прекратилась. Все усилия найти самолет, либо хоть какие-либо его следы, оказались безуспешными. Самолет исчез без следа. Boeing 777, рейс 370, Malaysia Airlines. 8 марта 2014 года самолет Boeing 777 выполнял маршрут из Куала-Лумпура, Малайзия, в Пекин, КНР. Самолет летел на высоте 10 500 метров со скоростью 870 км в час. Спустя 40 минут самолет перестал отвечать на вызовы с земли, звонки по спутниковому телефону и текстовые сообщения. В ходе поисковых работ было исследовано 340 квадратных миль морского дна и свыше 4 600 000 квадратных километров океана в месте предполагаемого крушения рейса 370. Однако никаких следов пропавшего авиалайнера не обнаружено. На борту находилось 239 человек. Боинг 727-223, рейс НР-Н8. 25 мая 2003 года самолет Боинг 727-223 был угнан из международного аэропорта Куатро де Фавирейра в Луанде, Ангола. Двое угонщиков поднялись на борт самолета. Ни один из них не мог управлять Боингом. Один из них обладал лишь лицензией частного пилота.
При попытке взлететь самолет начал хаотично рулить и маневрировать без какой-либо коммуникации между экипажем и диспетчерской вышкой. Боинг взлетел со своим транспондером и выключенными огнями. Ни самолета, ни этих двух мужчин больше никто не видел. Теперь вопрос от кафедры знаний. Какой из этих самолетов бесследно исчез в Международный женский день и в какую страну он направлялся? Ответы пишите в комментариях. Посмотрев это видео, вы стали еще чуточку образованнее. Так что поступайте на кафедру знаний, становитесь умнее и развивайтесь вместе с нами. Не забудьте подписаться на канал и поставить объективную оценку этому видео. Вступайте также в группу ВКонтакте. Ссылка в описании.